в магазине покупаем, я смотрю, что она покупает. Вот она на гороховый суп покупает горох. Понятно, что на гороховый суп горох. Но мы не знаем, что копченого взять. Но сейчас найдем что-нибудь. А вот копченые такие всякие бывают кусочками, копченые бекончики. Может их взять? Надо кусок хороший взять. А, да? Ну, давай посмотрим, что тут есть. Или свинину можно, или... Да. Еще надо посмотреть. Да? Давай. Странно, гороховый суп. Только желтый, у нас есть желтый. Что, зеленый, горох? Горох. Ну, ничего, что есть. Видите, уже набрали. И на торт Наполеон набрали, и на отбивные набрали. Буду показывать вам, как она делает отбивные. Так, дальше что у нас? А вот эти вообще ты когда-нибудь берешь? Лепешки. Очень редко. А для чего вообще их берут? Ну, Рома любит завернуть туда зелень, мясо какое-нибудь. Так лаваш-то лучше, лаваш. Лаваш лучше, да. Мы в русский магазин с тобой лаваш, съездим, кстати. Да, но просто лаваш быстро сохнет, надо быстро с ним работать. Mm. Так, ну что, Оксана, а вот это что такое вообще? Вот это что за херовины? А это сухое. Мексиканский, это жгучий перец, очень ужас. Острый. А куда, кто его покупает? Они покупают, это их вот это все. Угу. Ну и пусть оставляют себе. Раз это их, нет. Пусть оставляют и себе. Да, мы это не сможем. Да, пусть себе и оставляют. Я покажу, разве не подойдут вот эти копченые беконы? Она говорит, нет. Почему нет? Ну ты что? Надо целый кусок шикарный взять. Daily Department. Ну пойдем, что здесь такого интересного ты видишь? Ну в принципе ничего, все то же самое. Все то же самое. Да. Нечем вас удивить. Потому нам. Потому что все одинаково во всех магазинах. Да. Плюс-минус. Да. Но все равно магазин чистый, это самое главное. Самое главное. Да. Главное, ни хера нет в нем, но зато чистый. Да. А вот горох, между прочим. А что это за зеленый горох какой-то вообще? Я зеленый беру. Серьезно? Зеленый и желтый. На суп? Да, и смешиваю. Так ты желтый же и взяла. Ну, да, а зеленый вот... Это чтобы красивый был, знаешь. А-а-а. Вот я искала вот, этот, вот эту фирму. Mm. А вот это что такое? Это лентил. А что, это не горох? А. Чечевица. Между прочим, для женщин очень полезный суп чечевичный. Да, так. Ну вот. Прекрасно. Короче, вся жизнь, я говорю Оксане, вся жизнь вокруг жратвы. Бесит. Да, да. И очень дорого работать на унитаз, между прочим. Вот, видите, вся работа на унитаз. Это так, да. И есть. Ну, надо заканчивать. Вот почему мы должны есть каждый день, 3 раза в день? Нет бы, вот так бы были мы устроены, раз в неделю поесть, и все, и поехал. Ну, хотя бы заправлялся, как машина. Заправился, и там, я не знаю, сколько хватает. А тут, ну, это вообще, ну, зависим от еды. Это так плохо, это так ужасно. Давай, Оксана, чего еще покажи? Я просто смотрю. Ты берешь такие сухие сыры? Вот этот а зачем? Юра любит очень с макаронами. То есть горячие макароны, иногда, да? Мне фарш нужно сделать. Нету под рукой. Я раз вот это сыплю. Да? Конечно. Пармезан. Я в костку беру. Пармезан противный на запах. Тебе не кажется? Извини меня. Вонючий. Нет, очень. Нет, но если ты будешь свежий натирать, это одна история. Потому что, как правило, надо сюда свежий натирать. Самим. Mm. Не покупать уже... Чего? Take a look what we bought. Yep. Wow. Skippy peanut butter. Yeah. Peanut butter. What do we got here? Mushrooms. Organic mushrooms. Так. Skippy peanut butter. Сливки. Heavy white cream. Сливки. Сливки. Who is that for? Birds. For birds. Take care of the birds better than she takes care of me. Uh-huh. Yeah. Soda. No packet, son. Оксана gonna make that отбивные будет делать. Oh. Да. Did you see? There was no meat in the store. No chicken, but meat, no, yeah. No, but hardly. The store was hardly. So what the... Nice. This is nice looking meat. Look. Да, nice. Yeah, it's good. Mm-hmm. No, мы такой же берем. Да. Mm-hmm. This flour. Yeah. Yeah. That's we're gonna make Napoleon tomorrow. Really? Napoleon? Yeah. Just like you made last time? Yeah. Oh, that's really we're gonna good. Bring to Alena. Well, to Alena. That's really good. Mm-hmm. East? Yeah. Need a receipt? No. Huh? No. Butter? Yeah. Смотрите, мы уже пока в магазин ездили, они уже давят бутылку тут стоят. Вкусно. Да вкусно, конечно. See, we're gonna make a
peas soup. Yeah. So you're doing good, guys, without us? Oh, we were loving it. Did you cry? Oh, yes. Tears of joy. Yeah. Это удовольствие, короче. Tears of joy. So funny. Yeah, that's good. I like it too. What are you drinking, baby? Whiskey. Wild turkey? Wild turkey. Ничего не стоит в нашем доме, как подарок. Тут же раскрывает все. 101. Ну, а что такое 101? Это значит 50% спирта здесь. Ужас. Половина. Что же вкусного в этом? What's the name of Ужас Girl again? Вера. Вера. Ужас Girl. Да. I can't remember. Вера. To us. Винсент. Ужас Girl gonna come soon to us. To here? Yeah. Ooh. Yeah. Ужас. Ужас. Будете? You're gonna drink with her and say, Ужас. Ужас. Yeah, say Vera, say hi to Vera. Huh? Say hi to Vera. Hi, Vera. Alex. Yeah. Come on, we miss you. Посмотрим, что там у них с огоньком, пока мы ходили. Не задулся ли у нас огонь. Оксаночка вон у нас сидит. Оксаночка сидит. А? Ой, как хорошо у нас. Прелесть. You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountain near. And soon, my friend, you'll see them again, the ones you left behind, the ones you left behind. And I'll sing for you. Смотрите, Оксана, то что? Мы купили эти отбивные свиные. И у нас, смотрите. Оксана, расскажи, зачем ты это делаешь? Ну, хотя, наверное, дураку понятно. Ну ладно, да, все равно расскажи. Да. Ну все нельзя сгрузить в одно место. Может, тебе два надо. Да. Может, тебе четыре. Я сделала два отдельно друг от друга, чтобы при заморозке они не склеились. Ну, как, смотрите, что делает. Раз-раз и в дамках. Прям как будто дом строит кирпичиками. А мужики-то у нас, смотрите. Пол уже бутылки, что ли, они выдули? Угу. Вообще офигели совсем. Это очень крепкие виски. Очень. Я виски вообще не люблю. Они так пахнут ужасно. Ну-ка. Да, я не пью, конечно. Фух. Кстати, вот еще раз показываю вам маникюр, который мне Лилечка сделала, очень красивый. Блин, как все сваливается. Красиво. Ой, так нежно она. Я никогда с белым не ходила лаком, это первый раз. Да, очень красиво. Да, видите, как Оксаночка у меня раз. Видишь, надо Винсенту показать. Винсента увидит, так обалдеет. Он тоже что-то все пытается, вот. Но так он не делает. Четыре штуки. Надо два стейка. Два сделать. Надо четыре. Вытащил без проблем. Смотри, как культурно. Да. Так и мы же будем делать. Мы... Зачем мы же будем делать? Ну, нам же надо много. А что не все-то? Нет. Это не делается все. Это, мы не съедим столько. Надо сюда свежее делать. Потом уже не будет хорошо. Мне очень интересно, как ты делаешь эти отбивные. Обыкновенно. Вот видишь, культурный. Красота. Надо же. Ну все, мы сегодня больше ничего делать не будем. Давай отдыхать. Да. Пойдем к огню. Да, огонь шикарный. Смотрите, и правда, Оксана говорит, мешочки останутся чистенькими, да? Нет. И потом их можно опять использовать. Потому что мясо само в пакетиках. Да. Смотрите, смотрите. Они же просто вообще не замолкали. Hello.
You never stop, yeah? You talk. I've got a nice fire, though. You never let Yura sleep. Never. He's drinking whiskey. Wild turkey. Юра. Ой, а какой огонь симпатичный у нас. Да, красота. I love it. Я люблю около огня сидеть. Хорошо, правда? The fire is wonderful. It feels good on my knees. Almost time to throw a couple more. Ой, два старичка сидят. Винсент говорит, это хорошо для моих коленей. Юра говорит, ой, я тоже, говорит, грею там попу свою. Вот сидят. Come pull up a chair. Okay. Even LBJ. Yeah, even LBJ. Because he was a scoundrel too. He was a scumbag Democrat. He used to believe it. Никогда не заканчиваются политические темы. Когда люди одинаково мыслят политически, это самое интересное. Тема, я так понимаю, для мужчин. Вот. Я как бы уже в стороне от этого, но... Ой, они сегодня целый день. Тень на плетень, тень на плетень, тень, 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 тень. И про Кеннеди, и про Рейгана, и про Бадена, и про Трампа, и про Брежнева, и про Горбачева, и про Путина, конечно, тоже. Опять несет полено. Они как Буратино будем выпиливать. Прям для Буратино. You do too much because we're not gonna look. You go everything to Yura. Listen, go to Yura. He's the fire master. Yeah. Yeah. Baby, look. Why is that so long? This. Oh my God. Long. Because very long, bro. What can I say? It's okay, put to another way. It's a long one. Put to another way. Put is a wrong way. Baby, just wait. When it gets good enough, I'll break it in half. Посмотрите, какой огромный этот полено. Ужас. She's always giving orders. Does your wife? Of course I am. All the time, right? Винсент говорит, все время приказы отдает. Твоя, говорит, Юра, жена такая же, а тот говорит, да, такая же. Приказы — это женское, правда? А выполнять приказы — это мужское. Вот так. Так что выполняйте, пожалуйста. Винсент, that's enough. What, we gonna stay till morning here? It doesn't matter. You can go inside anytime you want. You fucking crazy. The house door's open. Чё ты вообще всё спалить собрался? Are you gonna use all them? Юра смеет. Юра, чё он палит и палит? I don't know. This can't be. No. Винсент! Yes. Are you right now kidding me or something? I got a spot that needs. You're doing for purpose that right now. Are you crazy? You gotta get it, the furnace going. This is crazy. Just sit down. That's a fire. Women don't make fire. Man makes fire. Oh, yeah, anyway, sure. Thank you. Thank you. Why are you laughing? Because you're funny. You're always complaining. Скажи по-русски, что смеешься? Что? Почему ты смеешься? Ну, потому что мужчина заведует огнем, а не женщина. А женщина говорит, достаточно. See, now that's a fire. Now you can feel it, right? Вот так. Такие молодец. Два смешные сидят. Молодец. Да уж, у нас огонь-то знатный. Да, огонь знатный, скажу я вам.